25 ноября является одним из самых трагических дней в Аргентине. Ровно год назад из жизни ушел выдающийся футболист всех времен и народов – Диего Армандо Марадона. Человек, который стал символом Аргентины и был вознесен в ранг святых в рядах болельщиков и поклонников его футбольного таланта. В сегодняшнем выпуске мы покажем, как народ прощался со своим идолом. Также посетим первый дом семьи, который был подарен ему клубом Argentinos Juniors, где он начал восхождение в свой спортивный олимп. Впоследствии стадион этого клуба был переименован в имя Диего Армандо Марадона, где сегодня проводятся футбольные турниры, а стены украшены муралами в виде портретов кумира. Церемония прощания проходила в президентском дворце Каса Росада. Сотни тысяч людей пришли, чтобы проститься с Марадоной. Многие фанаты не могли сдержать слезы, стоя в очереди в ожидании прощания с Марадоной. Гроб с телом легендарного футболиста покрыт аргентинским флагом. Сверху также лежит футболка с фамилией Марадона. Thank you.
здании стадиона находится алтарь, в котором болельщики и все желающие могут преклониться великому футболисту, а также оставить благодарность за его благосклонность в виде футбольного снаряжения. Фанаты пытались прорваться через полицейский кордон, ограждающий путь в президентский дворец в Буэнос-Айресе, где находилось тело Марадоны. В толпе происходили стычки болельщиков с правоохранителями. Несколько человек получили травмы. Футбольный клуб «Бока Хьюниорс» является самым главным достижением Диего Марадоны, так как не каждому дано играть в его составе. Именно этот клуб стал его отправной точкой в международном турне в футбольных клубах. И именно в нем он закончил свою футбольную карьеру.
Он не был святым, но его называли Богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь. Он везде поднимал на ноги стадионы, сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь Бога нет, ему было всего лишь 60 лет.